Загляни в лавку у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем серебро в Black Desert онлайн. Напиши нам ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем приветик! Хочу вам показать один квест, который мы делаем на ремесленное знание для того, чтобы перерабатывать третьего уровня вещества. Когда мы получаем изготовление эксперт 5 и сбор эксперт 5, у нас вот здесь вот у жителя в городе Киплан появляется задание. Я его уже выполнила, но в списке заданий здесь, смотрите, видите, одно есть, пока Андрей не заподозрил. Это просто ежедневное задание. А там есть еще будет задание, которое отправит нас к НПСу, у которого, собственно, и мы получим знания о переработке. О какой переработке идет речь? Давайте откроем аукцион и посмотрим руду. Вот именно переработанную руду. К примеру, вот чистый слиток олова. Условия выполнения. Видите? Любовь к минералам у Батудуна в Киплане. Пока мы не получим вот эти знания, мы не сможем создать ни чистый слиток олова, ни... Дальше тут есть другие чистые слитки. Ну, в общем, вы меня поняли. Когда мы подходим к этому жителю и имеем все условия, о которых я уже сказала, эксперт 5, сбор и переработка, он нас отправляет к этому Батрудуну. Находится он вот тут, вот есть такая шахта под городом Киплан. И в самом центре стоит этот НПС. Точнее, не в самом центре, а вот чуть-чуть правее. Вот он наш. Батудун. У него дается задание «Любовь к минералам». Точнее, сначала он вас заставит добыть уголь. Уголь добывается здесь же рядышком. Вот, видите, черные такие ямочки – это уголь. Мы просто его киркой берем, собираем, перерабатываем, получаем вот такой вот переработанный уголь, сдаем задание, и нам дается следующее, вот это важное задание «Любовь к минералам». Суть задания. Нам нужно сделать 3 слитка железа всего-то. Представляете? Просто 3 слитка железа. Для этого мы выходим, если у вас с собой не было непереработанной железной руды, нам нужно выйти на улицу и раздобыть, собственно, этой железной руды. Если же вы прежде, чем идти выполнять задание, посмотрели видео, либо нашли информацию какую-либо, вы сразу же можете затариться железной рудой и при нем переработать, вот эти сделать слитки железа. Собрала я железную руду, и давайте вернемся к сути задания. Из простой железной руды нам нужно сначала сделать вот такие куски железа, а потом из... Получается, из пяти слитков железа, железной руды, мы делаем с помощью... Нагревание вот этого. Мы делаем куски железа, а потом из 10 кусков железа тем же нагреванием мы делаем слиток железа. И вот именно таких 3 слитка нам нужно сдать нашему мужичку. Сдаем, и все, ура, все просто. Дальше он предлагает закрепить знания и приготовить чистый слиток железа. Для этого нам нужно... Так, видите, он предлагает закрепить задание. Для этого нам нужно изготовить чистый слиток железа. Нам нужно положить... Вот, используя нагревание, у нас есть... Так, нагревание, слиток железа, и он нам дал растворитель для металлов. Тут же на месте становимся и начинаем клепать. И вуаля! Мы получили целых 3 чистых слитка железа. Сдаем задание, получаем энергию, и дальше у нас специалист по колке дров. То есть дальше нас отправляют по цепочке выполнить, чтобы получить следующее знание. Давайте посмотрим, куда нас это заведет. Он нас отправляет в деревню Трент. Там у нас находится специалист по колке дров. Но это уже будет у нас другая история. А по поводу квеста «Любовь к металлам» мы
закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш каналчик и заходите в группу ВКонтакте. Оставляйте ваши комментарии, подсказочки, какие еще полезные квесты, когда мы сможем получить, я попробую обязательно сделать по ним обзор. Всем удачной и веселой игры и до новых встреч. Пока-пока!